Очень старая модель тормозов Zoom. Должна регулироваться за счет смещения всей машинки вот в этом пазе. То есть она должна двигаться вправо и влево относительно диска за счет вот этого винта. Но здесь резьбы нет в корпусе, есть резьба только в самой машинке. Получается, что она намертво прикручена, и отрегулировать зазор со стороны внешней колодки, то есть сейчас от нас вот со стороны вилочки, да, вот этот зазор, я могу только толщиной колодки. Я пошел, нашел колодку, у которой износ 50%. Теперь есть зазор. Новая колодка, вот такая вот маленькая, толстенькая, она, получается, цепляет диск. Никак сместить иначе невозможно, потому что саму машинку подвинуть вправо-влево невозможно. То есть вот этот винт, он вкручивается непосредственно в саму машинку, в сам корпус. Сместить ничего не получается. Вот такие вот древние тормоза, которые, по идее, должны регулироваться очень легко, а они как-то не регулируются вообще никак. Так вот этот тормоз выглядит в снятом виде. То есть здесь, видите, резьба именно в самом корпусе. И получается вот эта вот часть, сам адаптер, типа двигать можно, а закрепить его нельзя. То есть какие-то мелкие положения адаптера относительно рамки на полмиллиметра на миллиметр отрегулировать никак не получается. Потому что это все крепится намертво к корпусу с помощью вот этого винта. И вот здесь вторая резьба стоит. Непонятно, зачем так сделано.